а нам нужна одна победа. Мы за ценой не постоим. Пожалуй, именно так можно охарактеризовать политику российского автоспорта на международной арене в последние годы. Друзья, всем привет! С вами самый слики, самый адекватный топ российских пилотов. Ребят, сразу оговорюсь, что победившие камазовцы в очередном Дакаре, конечно же, молодцы. Но сегодня речь пойдет больше с пристрелом на Формулу-1. Ну, то бишь, будем говорить о гражданах Российской Федерации, которые в теории могут в скором времени оказаться за рулем какого-нибудь легендарного Вильямса. Еще один момент: в топе нет пилотов СМП Рейсинг из чемпионата ВЭК. Во-первых, никакого топа не хватит, чтобы перечислить всю братью на болидах БРР-1. А во-вторых, у СМП наверняка есть возможность самостоятельно снять о своих пилотах кино. Желательно, чтобы в этом фильме речь шла об успехах. Так что в наступающем сезоне, а в случае с ВЭК продолжающимся, пожелаем нашим ребятам именно успехов. Ну а мы с вами поговорим о тех, кто блистал, а может быть не очень, в прошедшем сезоне 2018 года. Ну или готов выстрелить в 2019. Кстати, если уж речь пошла об отечественном автоспорте, то хотелось бы вам напомнить, что спонсором нашего канала является компания Capital Loop. И представить вам отечественный продукт, автоспорту которого в крови. Ну, в смысле, в химической формуле. Вот ты, да, ты, дружок, когда собираешься с друзьями по пятницам. Жена уходит на маникюр, ну, по крайней мере, ты так думаешь. Дети у бабушки, вся ночь впереди. Ты хочешь угодить своим кентам, да и сам травиться сивухой считаешь делом неблагодарным. Поэтому вы идете и покупаете коньяк. Нет, блин, вискарь, да подороже, это ж кентюрики твои. Надо, чтоб все было по высшему разряду, и башка с утра не болела. Вечеринка, разговоры под хорошее бухлицо с закусочкой. Любишь друзей, любишь себя, а машину свою любишь? Так скажи мне тогда, дорогой друг, какого хрена ты заливаешь в радиатор, что попало? Так ведь? Заходишь в магазин и говоришь продавцу: чувак, мне бы зеленого тосола. Ты же не говоришь в алкомаркете: бро, дай-ка мне бутылочку какого-нибудь бухла. Потому что ты себя любишь. А если и машину свою любишь, прикупи ей качественное бухлишко. Не в смысле тосол, это уже выдохшееся пиво, а качественную карбоксилатную охлаждающую жидкость. Отечественного производства. Партнер канала «Самые слики» компания Capital Loop представляет новую линейку смазочных материалов Mercury GP, в которую входит линейка антифризов Smart Ice. Высокотехнологичный антифриз класса G12+, подходит для всех современных автомобилей, в особенности для алюминиевых двигателей с повышенными нагрузками. Обладает увеличенным сроком эксплуатации до 5 лет или 250 тысяч километров. Вы можете приобрести продукцию компании Capital Loop с 15% скидкой. При оформлении заказа выберите дисконтные карты «Самые слики» и введите 2018. Ссылки на все товары в описании. Нет, Молчалин, не рассол, не тосол, хоть тебе и все равно, что пить, а только антифриз. Десятое место нашего топчика – Сан Саныч Смоляр. В 2016-м этот парень блеснул на мировой арене картинга. Александру удалось занять 4-е место на чемпионате Европы. А на чемпионате мира стартовал с пола. Но сломалась тормозная педаль, и он из-за этого сошел. Да. В 2017 году в Формуле 4 NES стал третьим и оформил титул вице-чемпиона в испанской четверке. В прошедшем сезоне Сан Саныч шагнул в мир серьезных ребят. Это была формула Renault 2.0, но по итогам года он оказался 12-м и лучшим местом на финише стало 4-е. Но на то, ребятушки, и младшие формулы, чтобы пришел в чемпионат юный пострел, а к концу года, даже если он не везде поспел, то по крайней мере понабрался бы опыта для будущих свершений. А свершения эти наверняка будут. Мы пока не можем разглашать конкретики, но пожелать-то Сан Санычу Смолярову успехов вполне в состоянии. Так что, возможно, в топе, который выйдет через год, Александр окажется куда выше, чем сегодня. Девятый. Белов Михаил Арнольдович. Согласен, вполне неожиданно, но мы решили выдать кредит этому парню.
Мишаря был чемпионом мира самого известного чемпионата в прокатном картинге Soddy World Series. А в минувшем году взял, да и чуть не выиграл чемпионат Формулы 4 СМП. Пока неизвестно, что будет дальше, но понаблюдать за карьерой Михаэля весьма увлекательно. Восьмой. Никита Дмитриевич Троицкий. Никита скорее не Троицкий, а Троянский. Ежегодно его засылают в разные чемпионаты, и вообще непонятно, какой сюрприз из этого выйдет. Но в 18-м из Дмитрича вышел некий середняк трешки. На таком уровне, конечно, сказывается фактор команды. Кому-то машину настраивает Матаса, а кому-то старый вредный испанец. Я не знаю кому, но кому-то ж он настраивает. У одних пилотов новейшая техника, у других растыки четырехлетней давности. Но по факту Формула-3 это чемпионат, где невзирая на все эти факторы, нужно показывать результат. Не покажешь, не поедешь. Но не будем забывать, что чистая скорость у Никиты есть. Поддержка СМП имеется. Ну а результаты на самом деле не все так плохо. В суматошной третьей гонке в Зандворде он одержал победу. Назло Шварцману, как говорится. Да и потом, в трешке гонщиков меряют по второму сезону. Тем более предстоящий сезон будет первым. Ну, в смысле, первым для обновленной трешки. Ну, как сказать, обновленной до старой машины GP3. Но все же. Поэтому, учитывая, что Никита Дмитриевич стреляет не только раз в год, но в целом через год, то в 2019 мы связываем большие надежды с этим пилотом. Будем надеяться, придет стабильность и общий результат нас порадует. Че, Гриш? Петров? Он же в ВЭКе едет. А, другой Петров. Ну да. Артем Петров тоже участвовал в трешке, но пока совсем безрезультативно. Наскреб несколько очков за сезон, в общем, для нашего с вами самого адекватного топа пока что маловато. Но в таких ситуациях обычно вручают диплом зрительских симпатий или номинацию за волю к победе. Так что, товарищ Петров, только вперед. На седьмом месте еще один Никита. Никита Вячеславович. Бедрин, господа. Совсем молодой пилот, но уже с поддержкой и внушительными результатами на международной арене. В 16-м году чемпион России в супер-мини. Выиграл VSK Night Edition. Это все картинг, если кто не в курсе. И в своей категории VSK Final Cup он взял второе место. В 17-м году третье место в VSK Champions Cup. Да-да, друзья, картинг это трындец, там хрен разберешься. Поэтому там ездят дети, им пофигу. Посадили и поехал. В каком классе, зачем, за что? Там разберемся. Короче, в том же 17-м Никита стал еще вице-чемпионом VSK Master Series. А в прошедшем году в классе OK Junior занял третье место в VSK... В каком там VSK? Спасибо. Open Cup. Лидировал Никитос на финале чемпионата Европы во Франции, но его выбили. Но ничего, все еще впереди. Никита продолжит выступать в своем классе в мировом картинге. Накатает километраж, и поверьте, если будет прогрессировать, то через 3-4 года уже окажется в списке на заветное местечко в команде Формулы-1. Хотя, после прошедшего сезона так хочется спросить, а всегда ли оно такое заветное? Шестое место. Маркелов Артем. Да, увы. К тому же на данный момент многое говорит о том, что это заключительное участие Артема Валерьевича в нашем топе. По его же словам, он сам хотел бы что-то знать о своем будущем, но пока оно ох как туманно. До этого Артем говорил, что если не получится с Формулы-1, то он завершит карьеру. С Формулы-1 не получилось. Да и завершить свои выступления в Формуле-2 неплохо было бы на высокой ноте. Но прошедший год просто комом валился на Артема и на его команду. Год назад русское времечко не спешили подавать заявку на участие в чемпионате Формулы-2. Ну, видимо, на что-то надеялись. А потом выяснилось, что ловко управляться с обновленной техникой чемпионата они не в состоянии. В результате Артем Валерьевич, иногда героически выступая в общих чертах, остался ниже, чем год назад. В итоге команда заявила о своем закрытии. Есть еще неприятная ситуация с отцом. И поверьте, друзья, я бы не лез в семейные дела, если бы Валерий Маркелов по совместительству не являлся бы главным спонсором Артема. Так что ситуация выглядит весьма неприглядно, но мы с вами видали и не такое. Так что, ребятушки, с верой в лучшее, а самое главное, с огромной благодарностью за выступление в Формуле 2, как по отношению к самому Артему, так и к самой настоящей российской команде Russian Time.
Вот же народная уфимская хитрость. Чтобы попасть в Формулу-1, надо из нее уйти. Как показывает опыт Сироткина, дурной пример заразителен. Но, ребятушки, такой ли уж он дурной? Даниил Вячеславович Квят возвращается. Поэтому он в нашем топе посередине. С одной стороны, за прошедший сезон нет никаких результатов, но с другой, он единственный, у кого в наступающем сезоне Формулы-1 они будут. А чего вы так смотрите? Да? Эпоха, все в сликах хорошо, но этот жиробас так откровенно топит за Квята, возвращается. Немного поясню, что касается 2018-го. Даня – единственный пилот в истории отечественного автоспорта, который работал в Феррари. При всем уважении, Шварцман пока там не работает. Так что пусть и за рулем симулятора, но Квят собрал за год больше информации, чем все остальные вместе взятые. Ну а насчет возвращения, я в восторге от этой истории. Какая-то особенная у Вячеславовича судьба-судьбинушка. Я много и густо сетовал на эту наглухо пришибленную даму. Но она всегда подбрасывает что-то интересненькое. Я не помню пилота, который попадал бы в такое количество перипетий. А вы тут движение вверх, легенда 17. Не умаляю достижений наших спортсменов времен Холодной войны, но история уфимского парня Дани тянет на невшибенный блокбастер. Тем более, очередной эпизод только впереди. И по всем законам драматургии он должен быть со счастливым концом. Блин, просто обязан. На четвертом месте нашего топа Сергей Олегович. Судить о его успехах в прошедшем сезоне, ну все равно, что анализировать игру хоккеиста, весь матч просидевшего на скамейке запасных. Реально с кем-то побороться шансов не было. Пожалуй, только на городских трассах, типа Монако и Сингапура, можно было что-то показать. Серега и показывал. Правда, в первом случае гайку вовремя не прикрутили. Вот же ж, судьба российских пилотов одна на всех. Шлюха. Ну а в Сингапуре другой Сергей прилетел в нашего Сергея. И между ними никого не было, чтобы загадать желание. Ну и еще одна городская гонка в Баку. Она тоже прошла под лозунгом «Формула-1 не выдержит двух Сергеев». И кто бы мог знать, сколько бы очков той гонки набрал Сироткин, если бы его не зажали Алонсо с Халком. Но мы с вами оказались на тонком льду, если бы докабы. По факту, Строл набрал больше очков. А Сергей Олегович нещадно уделал напарника по квалификациям. Смысла продолжать за рулем Ведрильямса, конечно же, не было. Эта ситуация может огорчать, нервировать, но она такая, и все это понимают. Я скажу прямо, на мой взгляд, сезон у Сироткина получился. Он смог сделать именно то, чего, по крайней мере, я от него и ожидал. Укрепиться в команде в роли ценного сотрудника. Не косячить, не крушить машины о керамка горожан. Не пороть горячку, действовать качественно и стабильно. В остальном пиздец полный. До сих пор неизвестно, что будет дальше. Сейчас менеджмент Сергея находится в творческом поиске. Сереж, ну попробуй ДТМ. Не, хочу в Формулу. Сереж, ну может быть в электричке поедем? Не, ребят, я хочу в Формулу. И правильно, Серега, в жизни всякое бывает. После истории с Данилом Квятом зарекаться вообще не приходится. Ну кто его знает, как все сложится? Может быть, Ботас не справится, а Окон откажется от контракта с Мерседесом. Может и нет. Посмотрим. У нас осталось три места, и на третьей ступеньке подиума расположился мальчуган, который вполне способен надрать задницу будущим Леклером и Ферстаппеном. Вице-чемпион России в супермини 16 года. Победитель кубка ВСК Champions. В 2018-м его отличала способность ехать быстро на любой трассе, но из-за своей горячности постоянно возле подиума. Тем не менее, чемпион ВСК Open Cup, третье место по итогам ВСК Final Cup. Пилот молодежной программы SMP Racing Кирилл Евгеньевич Смаль. Чуете? Растет поколение. Конечно, в столь юном возрасте сложно что-то предполагать, но дерзкий и безбашенный. При этом неимоверно быстрый. Смаль. Мы давно такого ждем. Может быть, скоро и дождемся. В предстоящем сезоне Кирилл продолжит свои выступления в картинге, так что будем следить за тем, как он взрослеет, и ждать, когда выпадет шанс показать свою взрослость и накопленное мастерство. Если тебя зовут Никита, считай, ты уже наполовину гонщик. А если еще и папа олигарх, то вообще без разницы, как тебя зовут.
ты уже гонщик, причем на лучшей технике и с полной уверенностью в будущем. Именно так я считал год назад. Но не будем забывать, что большие деньги и хорошие инженеры являются залогом успеха практически всех нынешних звезд. И на первый план выходит умение пилота адаптироваться мгновенно и сразу выдавать результат. Что Никита Дмитриевич Мазепин и сделал в прошедшем заключительном сезоне GP3. Он выиграл первую же гонку сезона, а потом уверенно доказывал весь год, что это была не случайность. В итоге за малым не удалось оформить чемпионский титул. Но кто побывал на прошедшем Гран-при России, смог своими глазами увидеть, какая порой чехарда творится в младших формулах. Никита провел лучший сезон в своей карьере. Но самое главное, он смог убедить многих, что автоспорт для него не просто развлечение на деньги отца, а дело всей жизни, в котором он обязательно преуспеет. Впереди у Никитоса сезон Формулы 2, а там Шумахер и много других богатеньких буратин с огромным опытом выступлений. Это будет скорее проверка на потолок. Кто же такой Никита Мазепин? Будущий гонщик ВЭК или какого-нибудь Супер GT? Ну или же звезда Формулы 1? Барабанная дробь. Победитель нашего топа. Флагман российского автоспорта по итогам сезона 2018. И главная надежда на будущее, ну, по крайней мере, на 2019. Роберт Михайлович Шварцман, товарищи. Когда в конце позапрошлого года сообщили, что бронзовый призер Кубка Формулы Renault 2.0 становится членом молодежной программы Академии Феррари, многие поинтересовались. А это кто такой? Остальные подозрительно намекнули. А он вообще русский? Да, ребятушки, Шварц самый что ни на есть русский. Ну а кто он такой, в прошедшем сезоне узнали все. Чемпион престижной новозеландской серии Toyota Racing. Лучший новичок года в Формуле 3, а заодно и бронзовый призер чемпионата. Но самое главное, именно он тот, кто частенько и частенько успешно бросал вызов Шумахеру. Кто такой Шумахер? Объяснять не надо? Проще говоря, Роберт Дмитриевич – главный претендент на место в Формуле 1 среди сегодняшней отечественной молодежи. Окажется ли он там быстрее Мазепина или вернувшегося Сироткина – не факт. Но одно можно утверждать смело – это тертый калач. Очень быстрый и результативный пилот. Буквально на днях подтвердили контракт Роба на сезон 2019. Он поедет таки в Формуле 3, в новой Формуле 3 в составе команды «Прима». На мой взгляд, это очень верное решение, потому что соваться в Формулу 2 ему пока рано. Почему именно, расскажу в будущем превью младшеклассников. Здесь же отметим, что задача перед россиянином стоит, ох, какая непростая. Надо выигрывать трешку на новой технике, сходу, дерзко и уверенно. Потянет ли Шварцман этот уровень? У него нет выбора. Как говорится, не зная броду, не лезь в воду. Но в случае с Робертом пловец он бывалый, и брод великолепно знает. А если где нахлебается воды или в омут угодит, рядышком есть Матасса с огромным спасательным кругом, всегда готовый с криком «Форца Феррари», как говорят итальянцы, вытаскивать щенков из половодья младших формул. Чем он, собственно, в трешке в минувшем году и занимался. Вот такая, ребятушки, ситуация. 2019, если и принесет нам чемпионство, то, пожалуй, только в Формуле 3. Потому что имя чемпиона в Формуле 2 уже практически известно. Надеюсь, кто такой Шумахер, объяснять не надо. Ну а в категориях попроще наши только-только подступаются к подиумам. По большей части они пока все в картинге, причем в младших его категориях. Да, братцы, российских гонщиков в формулах стало меньше. Но если честно, я этому только рад. Закончился тот период массовой экспансии, когда бабки есть, творим, что хотим. Теперь по лестнице продвигаются действительно лучшие из лучших. Полноценно пройдя картинговое сито, продвигаются не спеша и качественно. В свое время этот подход обязательно даст плоды. Впрочем, главное для нас с вами, для болельщиков, что нам есть за кем следить практически во всех гоночных категориях мира. И следить, надо сказать, не без удовольствия. Друзья, я хочу поблагодарить за помощь в подготовке материалов к этому выпуску Алексея Несова. Нас консультировал настоящий профессионал. В 2016 году Алексей пришел в профессиональный картинг и сходу выиграл чемпионат ЮФО и Кубок России. Ну а в прошлом году Алексей Игоревич дебютировал в Европе.
весьма, надо сказать, успешно, создавая конкуренцию именитым по меркам картинга ребятам. Ну а в следующем году будем ждать сликовца Несова в Формуле 4. Скрестим пальцы. Так что вы в курсе, за кого болеть. Спасибо, Лёш, и удачи в наступающем сезоне. Ну а мы с вами, ребятушки, как и пилоты, должны подойти к наступающему сезону подготовленными во всеоружии. В прошлом году мы с вами записали и скомпоновали видеообращение к Сергею Сироткину. Это была первая попытка себя показать и других, так сказать, посмотреть. Наглядно продемонстрировать нашу географию, наш интерес к автоспорту. Попытка эта удалась. Поэтому в нынешнем году решено продолжить уже сложившуюся традицию и записать теперь несколько обращений, по крайней мере, к первой пятерке нашего топа. Так что заглядывайте на канал «Самые слики» и скоро все подробненько расскажу, объясню, как и что делать, а потом терпеливо, как Матасса, настрою ваше обращение до чемпионских кондиций. Так что до скорой встречи, команда! Стоит очередь Формулы-1. Сережка Сироткин бежит такой, всех расталкивает. Думаю, ты куда без очереди? Он такой, да я только спросить, ребят, почем там нынче? Леклер такой к Феттелю подходит, говорит, Сеп, а ты что-нибудь слышал про Мика Шумахера? Тот такой, да блядь! Через 5 минут Леклер снова подходит и говорит, а про Шварцмана слышал? И у Феттеля начинают сидеть усы. Совещание в Прима, в Формуле 2. Ну, сидят все такие ребята. Один встает, говорит, ну что, друзья, попробуем сделать Мика Шумахера чемпионом в этом году. Руководитель говорит, ты что значит попробуй? Ты уволен. Я для себя четко придумал, как разобраться во всех категориях, классах и видах соревнований в картинге, в мировом. Все очень просто, сейчас я вас научу. Все серии мирового картинга, категории, классы, пока ты не попал в Renault 2.0, называются «Какая разница?». Мы шутим, ребят. Мы болельщики. И переживаем за вас иногда даже больше, чем вы сами за себя. Так что, удачи!